Добрейшего утреца музыка играет. А я еду в правом ряду. Короче, все нормально. Полетели на генеральную репетицию. Все под контролем, мы на местах. Надо где-то воды раздобыть, в радик долить. Московский спорт на местах. Аппаратура на местах. Здесь вот такие у нас пострадавшие. Здесь какие-то тревожные ребята. Постоянно заносит. Никитос Кусевич, что происходит? Аппаратура греется. Есть вопросы по сцеплению. Аркадий Петрович прокатился, сцепление кончилось практически. Петушок на местах. Тренировочный процесс, он такой. Шоу, это вам не шутки. Что-то происходит. Тут что-то происходит. Что-то происходит. Явно что-то происходит. По приборам все нормально. Так, ребята, расскажу вам историю. Вот эти вот летуны. Все красиво, все хорошо, когда ты в море или там в речке. Но тут же можно мимо бассейна упасть и сесть на конус в прямом и переносном смысле. Ляпнуть мимо басика. Так, день у нас все еще продолжается. Там уже квалификация прошла, наверное, в РДС Запад. А мы все здесь начали опять репетировать. И я вот на такой пушке в стволе. Да, Петя, ты можешь... Потому что, ну, просто хочу на нем покататься. И он очень поздно едет, в смысле, ну, от слова, не для площадок. Где-то на трассе, если раздуться с ходов, там, да, дал, пошел. На эти поворотки лево-право. Есть вопросы по раздувкам, конечно. Вот-вот, скоро будет начало. У нас тут все нормально. Есть, конечно, вопросы, но в общем и целом все нормально. Так получилось, что сегодня у меня два офиса. Один вот такой вот на будильниках и один вот такой вот. Дашбордом ебаш от Данила Ринатовича, он же Джеки Чан, он же Чак-Чак. Началось все, ждем своей очереди. Это ласточка-боевичка пережила два выезда. Не два, один. Бернаут, там все пироги, температура в космоса, сцепа буксует. Но она пережила, идем дальше. Эх, финалочка! Сейчас будем просто беспределить. Непонятно, что делать. Я Петрович. И он там Шакитос. И под финалочку вечера пробковые движения. Впереди камера на разметку. Кто ж тебе слово-то давал, а? Еду домой по пробке. Скользнулся на воде, разбитый в воде. И чуть-чуть остановился. Но, в принципе,